Это феномен ложного отказа. Почему так? Потому что есть, ну, некое такое представление, что женщина, она действительно должна отказывать. Потому что если она не отказывает, это нехорошо. На всякие неприличные. На всякие неприличные, ну не вообще отказывать, а на всякие неприличные предложения. А откуда это берется? Слишком поспешные, давай так скажем. Да можно и на всякие неприличные. Есть такой исследователь, кстати, не знаю, жив он или нет, Голод. Голод. Он, кажется, в Питере преподает. У него есть замечательная книжка «Лекции по сексологии». Я думаю, что их можно найти. Он приводил пример в этой книге опроса среди петербургских, или тогда еще ленинградских, я не уверен, студенток, где прям все говорили, да, мы, ложный отказ есть. Что такое ложный отказ? Женщина хочет вступить в интимную близость, но не говорит «нет». Нельзя. С первого раза соглашаться нельзя. Как в том анекдоте, что настоящий мужчина и настоящая женщина никогда не встречаются. Потому что настоящий мужчина, настоящая женщина с первого раза не соглашается, а настоящий мужчина два раза не предлагает. Вот, да, есть такая штука. Почему она есть? Потому что вообще, наверное, достаточно давно, хотя с каждым годом, мне кажется, я подчеркиваю, мне кажется, все слабее действует такая репрессивная мораль против женщин. То есть... Женщина не должна быть сексуально активным агентом или субъектом, если хочешь. Женщина не должна проявлять сексуальный интерес четко и заметно. Она, по идее, должна стоять где-то в сторонке, теребить платочек в руках. И не отсвечивать. Нет, нет, нет. И своей скромностью привлекать. То есть у нее румянец на щеках должен быть. И вот она, потупив глазки, распушив ресницы, вот этим как-то должна привлечь. И потом мы будем еще много об этих противоречиях говорить. И когда это, ну, начинает происходить в жизни, вот женщины получают необходимость отказываться. Потому что если она отказывается, то она следует той самой репрессивной морали. А эта мораль требует: не будь сексуально активной, не показывай сексуальную активность, не соглашайся сразу, не поддавайся. Ты должна удерживаться. В этом есть резон, безусловно. Потому что когда не было более-менее надежных систем предохранения, системы предохранения, как сказал, когда не было более-менее надежных лечений всяческих заболеваний, да, инфекций, передающихся половым путем, когда, в конце концов, из-за всего этого девственность и вообще воздержание было очень большой ценностью, поскольку иначе, ну, как бы ты мог... получить больную женщину и сам, соответственно, заразиться. И мужчина тогда, естественно, выстраивает эту самую репрессивную мораль. Когда от замужества серьезно зависело устройство в жизни женщины, да, то, конечно, все это было очень осмысленно. Хотя, может быть, не всегда дружелюбно по отношению к женщине, но в этом был хотя бы какой-то практический смысл. Сейчас практически смыслом в репрессивной морали очень мало всего. И, в общем, вся та алогичность, которую я анонсировал, это вот некоторая попытка подружить реальность и вот эту вот репрессивность. Но, к сожалению, получается пока не очень хорошо. И когда вот женщина, не всякая женщина, давай, я буду много раз оговаривать, но все-таки прям на камеру скажу, ни в коем случае рассказанное здесь не касается всех. Никогда и не получится так, по крайней мере, в рамках этой передачи, что вот то, что я буду рассказывать, касается каждого и всегда и во всем. Или каждой и всегда и во всем. Нет. Это касается каких-то людей. Размер этих выборок я не могу сказать, я затрудняюсь ответить на такой вопрос. Но это, безусловно, не про всех, но про некоторых. Так вот, когда женщина, ведомая вот этой репрессивной моралью, слышит какое-либо приглашение, какой-либо намек, который она... для себя однозначно, или ошибочно, или правильно, все это трактует как приглашение к сексу, что у нее включается сразу? Если она вот, ну, погрязла в этой репрессивной морали, или там, ну как, нет, неправильно сказано, эта мораль укрепилась у нее в голове. Она слышит: так, я сейчас соглашусь, и тогда я стану известна кем? Женщиной со сниженной социальной ответственностью, так это называется. О, Господи. Ну, чтобы грубо не говорить, да? И это нехорошо, это некрасиво, это неприятно. Тогда я должна сказать «нет». И вот он, феномен ложного отказа. Я отказываюсь, потому что иначе я буду плохо выглядеть в собственных глазах. И, может быть, в глазах этого мужчины. И тут многие мужчины, зная об этом, думают, что «ага, она сказала нет, я не такая, я жду трамвая, нет, это значит да». Народная мудрость, подчеркнутая в...
хотел сказать, в подвалах, в коридорах, в подъездах. Она, значит, говорит, давай, продавливай. Она сопротивляется, ну, просто так. Ты продави ее, да. То есть это ложный отказ. Ты ее продави, все нормально. Давай, действуй. И он начинает давить. Говорит, да ладно, да ты че, да все нормально. Да давай я расстегну, и все в том же духе. И здесь у женщины, как бы, если она хотела и была к этому готова, она говорит, ну, как бы, ну, я один раз отказала, все, все нормально. А если она действительно не хотела, действительно не спешила все это делать, то ей, конечно, очень тяжело и приходится сопротивляться. А тут новая логичность. Она думает, так, но если я буду слишком сильно сопротивляться, ведь он уже может от меня куда-то налево, ну, не налево, а отойти, отлипнуть, mm-hmm. и все. И ей приходится вот выбирать этот, как бы, баланс. Отказываться и не отказываться. А мужчина со своей стороны тоже. Ну, как бы, я буду давить или не буду давить? Если я не буду давить и отойду в сторону, вдруг она скажет, как ты вот в вопросе, да? А что это ты вот, надо было подобиваться. А вдруг я буду давить, а потом мне вкатают иск какой-нибудь. Ну, у нас с исками, не знаю, к счастью или к сожалению, пока не очень. Но, тем не менее, она может как бы быть недовольна тем, что я сильно давил. И вот они оба, не очень понимая, как это все у них на самом деле в головах устроено, потому что они же не садились, не обсуждали там, за столами флажки не ставили, высокие договаривающиеся стороны не обсуждали. Что ты думаешь о феномене ложного отказа? Она им такая, я считаю, что это большая глупость. Вот если я хочу, то я говорю об этом. Ну, такого же нету, правда. И им приходится как-то с этим жить. И они вот в этом странном балансе, естественно, не всегда удается решить все хорошо и мирно. И поэтому появляются вот эти сексистские шутки, которые отвратительны в своем сексизме. Типа, женщина не знает, что она хочет, такая вся из себя. И получается, что женщина выставляется каким-то, ну... дурой. Ну, человеком, с которым, в общем, не надо иметь дело. То есть это уже какое-то объектное отношение получается. Не субъектное, когда я человек, и ты человек. А я человек, и вот это нечто. Это ужасно. Но понятно, почему это происходит. И очень плохо, что так происходит. Надо с этим что-то делать, например, смотреть передачу и вот эти алогичности разбирать. Не знаю, насколько я ответил на твой вопрос. Мне кажется, я давай резюмируем тогда. Зарулил. Если мужчина слышит «нет», то как ему лучше действовать в этой ситуации? Здесь нужно оговориться, так, что я не знаю, как лучше действовать в этой ситуации. Я могу предложить вариант, который мне кажется даже не самым лучшим, который я могу предложить. Давай. Я предложу вариант, который я могу предложить. А вариант такой. На мой взгляд, категорически разумно отмотать назад и сказать, хорошо, нет, значит нет. То есть принимать все за чистую монету. Такой принцип наименьшего вреда. Да? То есть, если я не знаю, хорошо ли то, что я делаю, или плохо, лучше я не буду это делать. Если мне с той стороны говорят, не надо не делать, то хорошо, я не буду этого делать. Потому что, в конце концов, ну, не о жизни же идет речь, да? Конечно. Не о спасении жизни, не о том, какой проводок обрезать, чтобы бомба не рванула, да? Какой там кран перекрыть, чтобы сосед не залил. Нет, речь идет, ну, о начале отношений, и это, в общем, достаточно поправимая штука. И если это было настоящее, нет, отлично. Все очень хорошо. То есть не случилось, ну, непоправимого. То есть, ну, все-таки насилие – это нехорошая вещь. Принуждение к сексу – это плохая штука, плохая практика. Так не надо делать. Но, допустим, я уверен, что в комментах кто-то об этом скажет, что женщина обиделась. Типа, это же был ложный отказ. Что же ты, гад такой, не подобивался? А вот здесь, на мой взгляд, мужчине имеет смысл, отступив, и встретившись с такой реакцией, сказать, милая моя хорошая, давай мы с тобой договоримся, что я не телепат, я ничего вот в этом не понимаю, в чтении мысли. Если мне говорят нет, я говорю, окей, это нет, я все понял, это нет. Если мне говорят да, я говорю, хорошо, это да. Я вот оттенков и нюансов без дополнительной информации не понимаю. Может быть, и понимаю, конечно, но лучше зафиксирую, что я не понимаю. И раз я этого не понимаю, пожалуйста, говори мне четко, вот эти вот разные игры, что ты сам догадайся, ты должен понять, ты как бы влезь в мою шкуру и оттуда увидь ситуацию моими глазами, и тогда ты сам все это... Я в такое играть не буду. Давай, если ты говоришь нет, я считаю, что это нет.
Если ты говоришь «да», я считаю, что это «да». На начальном этапе, я, мне кажется, уже неоднократно об этом говорил, люди достаточно гибкие друг к другу. Они mm-hmm. хотят понравиться, они готовы принимать правила игры. То есть фактически они устанавливают правила игры друг для друга, правила взаимодействия. И она может понять, ага, то есть это не тот мужчина, с которым так нужно действовать. То есть с этим можно не отказываться. Это не гарантия, безусловно. Все, что я здесь рассказываю, это все вероятностные вещи, к сожалению. Но она может в следующий раз понять, что ага, если я хочу поломаться, потому что репрессивная мораль и все дела, и мне трудно переступить через правила, которые я вызубрила еще там в младенчестве, тогда я буду ну, говорить «нет», но при этом поворачиваться так к нему боком, чтобы он понимал, что это «да». Или я не буду на него тогда обижаться. Угу. И если мужчина вот это доносит, все хорошо. А если, например, такая пара расходится, то расстраиваться не о чем. Ну, по крайней мере, для этого мужчины. Потому что ну, налицо трудности в коммуникации. У них, у двоих, налицо вот здесь трудности в коммуникации. Если женщина в этой ситуации сказала, вот, использовала ложный отказ, а потом обиделась, и в ответ на его реплику, что ну как бы я все понимаю, у тебя взгляды, все, просто говори мне четко. Это же вывод на прямую коммуникацию, без намеков, без обиняков, обиняков, куда ударение ставить, без околичностей каких-то, без вот обходных путей, прям напрямую, давай, да, нет, я все пойму, я готов. То тогда отношения и дальше будет тяжело строить. Значит, и дальше будут какие-то не очень ровные попытки что-то донести до человека, типа, как в том анекдоте, когда приходит муж домой, жена с ним не разговаривает, говорит, ну ладно, не разговариваешь, не разговариваешь. Ну, она пишет записку, я с тобой не разговариваю. Ну, хорошо. Через некоторое время она пишет записку, а не хочешь узнать, почему? Ну, вот, чтобы такого не было, потому что это не очень ровная коммуникация. Здесь высмеивается не женщина, здесь высмеивается неровность коммуникации. Так нельзя разговаривать, так нельзя общаться. То пускай у этой пары лучше не будет будущего, чем они начнут общаться и будут дальше вот это вот в такой странной коммуникации время от времени состыковываться, как-то ломать друг друга. Пускай они лучше вообще не будут в отношениях, чем они будут время от времени утыкаться вот в эти проблемы, потом заведут детей, потом разведутся и, значит, будут страдать и говорить, вот он плохая, вот она плохая. На начальном этапе разойтись гораздо проще. Так что ответ на твой вопрос очень простой. Если слышишь «нет», отступи назад и дальше смотри на ее реакцию. Для нее это будет в любом случае хорошо, потому что не случилось ничего плохого. Если же она увидит, что, ну, почувствует, что вот она обижена, ну, пускай она с этим и разбирается. А ты можешь сказать, что, ну, как бы, ну, я не телепат, я таких вещей не понимаю. Со стороны женщины то же самое. Если это, ну, по-настоящему нет, ну, тогда говорите «нет» прям по полной программе, вплоть до, не знаю, вызова милиции. Если это не настоящий «нет», ну, тогда давайте четко намек. Ну, знаете, как, если это притворный отказ, то хотя бы улыбайтесь. Или говорите «нет», но при этом приближайтесь. Потому что, ну, как бы... Тогда «нет». Да. Да. Что-то в этом духе. Вот такой ответ. Я не знаю, насколько это ответ. Хорошо.